Всем привет! В этом видео я покажу, как прописать ключ в квадроцикл Can-Am 2007 года, не имея самого квадроцикла. Вот эту вот проводку моторного отсека нам прислали из-за Урала. Находимся мы в Санкт-Петербурге. Значит, что мы будем делать и что нам для этого потребуется? Значит, здесь у нас блок управления двигателем. Замок уже со вставленным новым ключом. Значит, вот, кстати, старый ключ. Не знаю, что с ним произошло, но он не работает. И техника, соответственно, не заводится. Так, ну тут все просто. Источник питания 12 вольт. Значит, это вывел кнопку включения зажигания. Сам диагностический интерфейс. И харнест, через который мы подключились к диагностическому разъему. Вот он. Так, ну, давайте это все включим. Так, значит, потребление у нас 2 ампера. Так, замок. Замок включаем. Включили. Даем зажигание. Так, потребление у нас выросло до 0,75 ампер. Система включилась. Харнес там тоже показывает. Тут 12,4 вольта. Так, переходим в программу. Значит, и смотрим. Значит, чтение данных. Программа нас предупреждает, что у нас не подключена приборная панель, она не потребуется. Так, значит, переходим в раздел «Ключи» и смотрим. Здесь у нас два ключика. И проверяем ключ, вставленный в замок. Распознать ключ DES. Программа нам говорит, что данный ключ в документе не найден, то бишь он не прописан сюда. Ну, давайте его пропишем. Сначала сделаем стирание всех ключей. Так. Стирание всех ключей. Не конкретно ключ стереть, а стирание всех ключей. Все ключи. Вы действительно хотите удалить все ключи из документа? Да. Так, все ключи у нас стерты, ячейки у нас все свободные. И добавляем ключ. Ключ DES был успешно добавлен в документ. Теперь нам надо записать все обратно. Запись данных. Да, мы действительно хотим записать. Так, программа нам говорит, что систему нужно перезагрузить, поэтому выключаем зажигание. И ждем, пока что главное реле отлипнет. Это окно закроется само, когда главное реле у нас отлипнет. Обычно это занимает 30-40 секунд. Все, главное реле у нас отлипло, был щелчок. Энергопотребление у нас упало до 0,2 ампер. Так, включаем зажигание. Главное реле включилось. Связь установилась. Так, читаем заново документ. Опять нас предупреждает, что у нас не подключена приборная панель. Соглашаемся. Идем в раздел «Ключи». Видим, что у нас записан один ключ. Распознать ключ DES.
И программа нам говорит, что вставленный ключ действителен и имеется уже в документе. И код ключа. Все, соглашаемся. Все, на этом наша работа закончена. Ключ распознается системой. Можно ставить на технику и запускать двигатель. Да, а также по желанию можно отключить противоугонную систему DES. Чтобы можно было пользоваться любым непрописанным ключом. Но это по желанию заказчика. Вот, в данном случае мы прописываем ключ. Все, если у вас есть подобные задачи, можете присылать. Сделаем. Спасибо всем за внимание.